Павлодаре стартовал очередной сезон концертов на Ертыс-променад. Местные артисты перевоплотились в звезд казахстанской и мировой эстрады. Как это происходило на набережной Иртыша, смотрите в нашем следующем сюжете. Сцена на берегу Иртыша в этом году будет радовать горожан на месяц больше, чем в прошлом. Концерты и показ фильмов на ней будут осуществляться до 16 сентября. Сегодня у нас будет необычная программа. Это выступление звезд павлодарской эстрады, которую будут изображать звезд мировых, наподобие программы «Точь в точь». Ну и, конечно, наши звезды Казахстана – это Еркеш, это Еркеш Махан, это Райм. Это те, у которых любовная семейная история начиналась именно в Павлодаре. Концерт включал в себя насыщенную программу. Она была наполнена не только песнями и танцами. Горожанам продемонстрировали настоящее диджей-шоу. Еди. Но изюминкой концерта стало перевоплощение местных артистов в отечественных и зарубежных исполнителей. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник. Сегодня я в образе Юрия Шатунова, легендарный певец, всемирно известный певец. Буду исполнять композицию «Белые розы», которую, я думаю, все знают. По пятницам Ертыс-променад ждет горожан на мероприятиях городов и районов области, по субботам на праздничные концерты, а по воскресеньям на просмотр интересных фильмов. Мурат Ибелмаджит, Анастасия Ерш, Алексей Мехедов, Ертыс-Ахпарат.